Красавчик. Да, это я тебе, стрелок. Знал, штаб не спешит. У тебя в здании напротив штаба, на втором этаже. Если сумеешь добраться. Чмоки-чмоки. Эй, стрелок, не стесняйся, опусти оружие и заходи. Я не кусаюсь. Только не надо подходить близко, я тебя и так неплохо вижу. Стесняться я перестал во втором классе школы. Вижу, ты при параде, ремешок красивый. Мне о нем говорили. С удовольствием расстегну его, чтобы выпороть тебя как следует. Да ты не только красавчик-плейбой. Ты еще и мазохист, но я тебе не игрушка. Ты уж прости, но я опять тебя провела. На самом деле, меня здесь нет. Ты испортил наши планы, но ошибся, мист. В этом городе нет ничего интересного. Это наш город. И занимать его бесполезно. Мои люди вернутся и не дадут никому покоя. Запомни. Не старайся что-либо найти. Мы ждали тебя. И все самое ценное уже унесли. А я потомственный следопыт, поищу. А ваш обман я на дух не переношу, равно как и террористов всех мастей. Так что знай, красавица, я найду тебя хоть на краю света. Не старайся. Мои люди дали промашку своим докторам. Зато я приобрела опыт. У меня есть тот, кто тебе нужен. Вернее, не тебе. Но ты ведь любишь помогать людям. Искра. Это предательница, которой я верила. Она умрет, если ты не прекратишь свои наивные попытки нас найти и помешать. На этом разговор закончен. Прощай. Тебе крышка! На, получай! Стрелок, надо отыскать в штабе записку от Искры. Возможно, в ней есть важная инфа. Сейчас я тебя доберусь! Нашел записку. Владимир Ильич умеет хранить тайны. Стрелок, какой Владимир Ильич? Я уже у входа в штаб, встречай! Ты нашел письмо? Да, есть такое дело. В нем какие-то координаты. Это, вероятно, координаты запасного портала, но как его определить, я не знаю. По слухам, это где-то под городом, в одной из ливневок. Под городом? Я знаю, как определить координаты. Норман дал мне приборчик, он должен помочь. Ты давай пока заканчивай местные разборки и жди сигнала. Если найду, сообщу. В животе урчит, надо закинуть что-нибудь. Ugh!
вашему вопросу. Я только что получил сообщение непонятное, но думаю, оно отправлено интересующей вас личностью. Стрелок, будете в наших краях, загляните. Кажется, я догадываюсь, о ком вы говорите. Парфюмер, Норман, вы куда потерялись? Телепорт забрасывает в какой-то подземный бункер. Или огромную военную лабораторию. Пока я не разобрался. Мы попали в засаду. Как только ты готов к телепорту, из здания школы вывалила толпа последницы. Мы с Норманом не успели спуститься в ливневку. Сидим за гаражами, отстреливаемся. Ну что ж, придется начинать веселье в одиночку. Стрелок, я и Норман уже здесь. Разобрались мы с фанатиками. Прыгнули в телепорт. Судя по количеству трупов, ты где-то здесь, недалеко. Поднимаемся на верхний уровень бункера. Дождись нас. Искру не нашел? Рад, что выбрались из передряги. Да, я наверху. Здесь защитный телепорт не дает пройти дальше. Искру не нашел. Нужно как-то отключить телепорт, чтобы обследовать весь бункер. Поднимайтесь, будем разбираться. Живы-здоровы? Это хорошо, что телепорт не закрылся за мной. Было опасение, что он одноразовый. В общем, чертовски рад вас здесь видеть. А то одному здесь жутковато. Нет, телепорт не одноразовый, но какая-то защита от несанкционированного использования порталом, видимо, существует. Ты в это успел проскочить, а мы с Норманом нет. Из здания школы выскочило 6 амбалов, твердым намерением не пустить нас к телепорту. Так что пришлось отступить к гаражам и оттуда вести бой. В общем, разобрались мы с этой шестеркой и сразу к порталу кинулись, пока новая партия удальцов не выскочила. Ты как? Что за место? Их основная база, судя по всему. Обрисуй вкратце ситуацию.
Да, скорее всего, это и есть основное лежбище последнего дня. Огромный подземный бункер, многоуровневый, прекрасно охраняемый. Но вот обследовать его полностью пока не представляется возможным. Позади меня, на входе в этот тоннель, находится телепорт, который не дает пройти дальше. А как его отключить, я не знаю. Следов искры я тут не нашел, но зато нашел и прикончил молнию. Значит, эта сучка-молния уже склеила ласты? Это хорошая новость. Больше не будет ничью кровь пить. Слушай, а при ней не было ничего? Документов, ноутбука, планшета, КПК. Да, был при ней ее личный КПК, только он и был. Вот посмотри, но только нужен пароль, чтобы войти в него. Я уже пытался, но ничего не получилось. Вот это уже кое-что. Так, посмотрим. Готово. Искра как чувствовала. Пароль всех верхушек клана мне на КПК в свое время скинула. Я ее еще тогда ругал. Мол, зачем так рискуешь? Так, нашел я код деактивации этой лабуды. Сейчас отключу нафиг. Есть. По-моему, все правильно сделал. Почапали дальше. Надеюсь, у тебя все получилось. Пошли. Только будьте с Норманом осторожнее. Неизвестно, что там за поворотом. На ноги тебе сейчас поставлю, не вопрос. Как самочувствие? Идти сможешь? Голова очень кружится, крови много потеряла, но идти потихоньку смогу. Искра, спасибо за помощь в мертвом городе. Норман, поговори с парфюмером, у него есть какой-то план. Добро. Ну что теперь будем делать? Может, я приведу помощь? Искра сможет идти?
Пока ты ходишь за помощью, нас тут 10 раз положат. Да и кто сюда согласится в здравом уме пойти? А если найдется такой смельчак, то портал, ведущий сюда, скорее всего, уже заблокирован. А другого пути в бункер мы не знаем. Нет, исключено. Здесь оставаться опасно. Будем пробиваться к выходу из бункера. Один фанатик все-таки успел ранить искру. Я вколол ей обезболивающее. Оно действует 3 часа. За это время мы должны выбраться в безопасное место. Ты знаешь выход из бункера и какой у тебя план? Капка молнии, что ты мне отдал, из координаты перехода в лабу X10. А план таков. Мы с Норманом идем вперед, зачищаем дорогу. Искра на тебе. Вы идете за нами. И ни в какие заварушки не лезете. Если почувствуешь опасность, просто тормозни искру. Предложи ей отдохнуть. Она очень слабая и с удовольствием остановится, чтобы передохнуть немного. Ну что ж, неплохой план. Мне нравится. Выдвигаемся. Что, дошли? Да, судя по информации на КПК, за моей спиной переход, который выведет нас в лабораторию X10. Тебе она должна быть хорошо знакома, но знаю, какая ситуация сейчас в этой лабе. Поэтому переходим в следующем порядке. Сначала я, потом Норман, затем Искра, а ты, Стрелок, замыкающий, уходишь самым последним. Проследи, нет ли за нами хвоста. Идет, встретимся в X10. Как обстановка здесь? Все спокойно. Куда сейчас двигаем? К выходу на радар? Пока вроде бы да, спокойно. Мы вышли где-то в середине лаборатории, так что до выхода на радар совсем недалеко. План такой же. Мы с Норманом идем вперед, проверяем дорогу, а на тебе искра и ее безопасность. Если не будешь справляться, зовите на помощь. Погнали.
По-моему, Искре стал хуже. Слишком много крови потеряла. Да и действие промедола, что ты вкатил ей в бункер, ослабло. Да вижу сам. Но выбора у нас нет. Не бросать ведь ее здесь. Если нужно, то и на руках ее понесу. Она ведь пострадала из-за нас. Вернее, из-за меня. Хреновая ситуация. Искре все хуже. Патронов у нас с Норманом почти не осталось. А ведь впереди радар. Если попадем в засаду или нарвемся на патруль монолитовцев, то с раненым мы далеко не уйдем. У меня патронов достаточно. Давай так поступим. Теперь я пойду вперед на разведку. Если нужно будет, зачищу путь. С радара я предлагаю рвануть Припять. Туда обещал вернуться доктор. Он наверняка сможет помочь Искре. Без медицинской помощи она долго не протянет. Про Дока я как-то не подумал. А ведь верно. Если кто и сможет вытащить Искру, так это только он. Выручай, братишка. И поторопись, пожалуйста. Счет идет даже не на часы, а на минуты. У меня осталось 5 кубов баралгина. Сейчас поставлю ей. На какое-то время боль утихнет. У нас есть 1,5-2 часа, не больше. Не вопрос. Я мигом на радар, а потом в Припять. Если все чисто, то из Припяти отправлю сообщение. Как только его получите, сразу же выдвигайтесь по моим следам. Скажи Норману, чтобы прошерстил здесь. Вдруг какие-то медикаменты найдет. Не дай, все будет в порядке. Я пошел. Например, я уже в Припяти. Почти дошел до Дока. Все чисто, можете выдвигаться. Понял. Выходим из лаборатории и пробиваемся в Припять. Доктор, здравствуйте. Рад, что вы выбрались в Припять в целости и сохранности. Нам очень нужна ваша помощь. Здравствуй, Стрелок. Да, добрался из мертвого города без приключений. Повезло. Я получил от парфюмера сообщение, что вы идете тяжело раненым. Это девушка, кажется. Искра. Я видел ее один раз в мертвом городе. Это она уговорила молнию не приковывать меня к батарее наручниками. Так что я ей тоже очень обязан. Какой характер ранения? Пулевое ранение в область печени. Большая кровопотея. Я не медик, конечно, но состояние стабильно тяжелое. Врачи вроде так выражаются. А по-простому хреново ей. Идет на морально-волевых, да на обезболивающих, действие которых вот-вот закончится. Без лечения долго, думаю, она не протянет. Я как раз придумываю цепь мази, которая должна быстро восстановить большую кровопотею и быстро затянуть рану. И даже немного приготовил ее, но еще ни разу никому не применял. Так что есть определенный риск, возможно осложнение. Доктор, нам сейчас не время думать о возможных осложнениях, которых возможно и не будет. Нам человека спасать нужно. При вашем опыте и репутации, я не верю, что вы способны сделать плохое снадобье. Разумеется, мы готовы испытать вашу новую мазь. Ну хорошо, раз вы готовы, то вам понадобится экземпляр моей мази. Наносить на рану 4 раза в день, с обязательной сменой повязки. Я буду рядом и проконтролирую лечение. Не беспокойся, Стрелок. А вот и наши друзья, похоже, уже добрались до меня. У костра рассаживаются. Да еще передай больной, вот этот артефакт. Душа называется. Он благодатно скажется на восстановление здоровья Искры. Разумеется, только на период лечения. Потом просьба вернуть. Доктор, да я вам десяток таких артефактов понесу. Лишь бы друг выжил. Спасибо за мазь, я побежал. Нам крупно повезло. Док сделал новую мазь. Говорит, должна помочь быстро остановить кровотечение и затянуть рану. Наносить на рану 4 раза в день. И также менять повязку. Вот, еще передай душу. Повесь на пояс, Искре. Артефакт усилит действие этой мази. Это пробная партия. Если будет положительная динамика, то док изготовит еще. Он тут рядышком. Будет контролировать ситуацию. Если Искре будет хуже, то срочно зовите его. Как добрались-то? Ты классно зачистил нам дорогу. Попались только 2 кровососа на радаре, но Норман быстро с ними разобрался. А я ни одного патрона не потратил. Тащил Искру. За мазь и артефакт спасибо. Надеюсь, док сделал все как нужно. И снадобье быстро поставит на ноги любимую. Ну что, на этом прощаемся. Вы с Норманом позаботитесь о безопасности Искры, а док о ее здоровье. Надеюсь, она быстро поправится под его присмотром. Последнему дню хорошо наваляли, глава и их к ногтю прижали. Надеюсь, без одного из своих основных лидеров остатки группировки расползутся по зоне как тараканы. Да, будем прощаться, Стрелок. Спасибо за то, что помог вытащить Искру из лап молнии. Да и самую сука ты разобрался по-мужски. За все ей отомстил. Пока будем здесь, лечиться у доктора. А как Искре будет легче, двинем куда-нибудь подальше от центра зоны. Если Норман захочет, то возьмем его с собой. Дружились мы с ним во время этого похода. Он, кстати, тебе сказать что-то хотел. Поговори с ним, пока не ушел. Держи меня в курсе. Сообщи, как Искра выздоровеет. И куда отправляетесь, тоже дай знать. Может, еще сведет нас зона. Пока.
Хотел попрощаться. Мне пора. Искра теперь в относительной безопасности. Доктор за ней присмотрит. А вы с парфюмером проследите, чтобы ее здесь никто не обижал. Хорошо, что ты пошел с нами. Без твоей помощи было бы тяжко. Да нет, это тебе спасибо, что не побоялся идти за искрой до конца. Ты же извини, что мы с парфюмером задержались в мертвом городе и не смогли сразу прыгнуть в телепорт следом за тобой. Но обстоятельства. Да все нормально, дружище. Зато когда искру нашли, вон как мне спину прикрыли. Слушай, я в мертвый город больше не собираюсь. А тебя вдруг нелегко опять туда занесет. Так вот, будешь там, забей ему этот ник. Чего добру-то пропадать? Там особо ценного ничего нет. Но да может сгодиться тебе. Хабар лишним не бывает. Это ник у сбитого вертолета находится. За заборчик прыгнешь, и ты у него. У левого колеса или же это рюкзак с хабаром. Спасибо за наводку. Буду в тех краях, обязательно заберу твой тайник. Пока. Круто, что у меня тут каждая собака знает. Тут снова зашептала. Ты говорит, Ваня, зачем по зоне шаришь? Зачем в окошко залез? А я-то не растерялся, говорит. Так это ж, зашел водички попить, смотрю, никого нету.